Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Хубилай Хана китайского Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Испанец союз продлим. Да. У меня в конце следующего союза надо будет на него нападать 10 кайф. Нафига я его сюда ставлю, стоп. Так. Ну, на следующем ходом куплю. Все, ничего. Так, где тут берега противоположные? Кстати, Бразилию я таки встретил. Мрамор на шелк, ну да. Фабрика, банк. Давайте тут банки строить. Что-то маловато производства у меня. Ладно, я куплю этого великого инженера, и надо будет поднакупить до конца эпохи рабочих еще. Ну, что-то мне тут не очень нравится мое развитие. К Пекину, что ли, относится? Ну, я, наверное, тогда... Да, я уголь из Шиньяна выкуплю. 4 хода, но я надо будет купить. Я сейчас спрашиваю, зачем плотно города ставить? В 6-й циве города растут... То есть 20 жителей тут уже, как бы, считается очень хороший город. 25 бывает, да? И клеток в радиусе 3 вполне хватает для таких городов, тем более, что еще используются специалисты. Так что тут нету смысла оставлять какую-то территорию незаселенной. Потому что каждый житель дает дополнительно ресурсы. Именно исходя из этого я действую. Ух ты, в столе варенье вышел Мапуче. Это прикольно. Может, он еще и нефть уже обрабатывает? И он уже нефть обрабатывает, кайф. Сколько у нас союз?
Я думаю, что через 13 ходов он будет нападать. Мапучи, ты варвар. Я мапучи. Нет, ты варвар. Ты мне поэтому не... в золотой век и не стоило выходить. Так, ну мне надо... Когда встали варенье... Такова. Это я все сделал, сделал. Угольную шахту, броненосец нужен. Блин, а там был флотоводец неплохой. На это дело. Как раз. Но мне нужен этот инженер. Блин! Мапучи его выкупил. Ну, тогда я возьму флотоводца, как ни странно. Потому что мне нужен броненосец. Я хочу экономику открыть, а потом прям в сталеварение пойдем. Блин, может тогда не отъезжать к испанцу? Я, наверное, пока тут постою. Пока непонятно, в общем, как тут действовать. Что он тут телепается до сих пор, этот? Угу. Ты в фрегатике плавает. Ну, их, они, конечно, каравеллы легко убиваются. Кстати, а тут есть проплыв? Нету. Мне бы, конечно, с этой стороны иметь... Блин. Хотел сюда. Вот сейчас я мискликнул просто. Ой, там еще уголь какой-то приятный. Ну, кстати, у нас второго уровня. Я могу кризис, если он на меня нападет. И смогут присоединиться даже те, кто в союзе. К нему, если что. Резиницы нефти тоже хороший был бы в моем случае. Великий человек. У меня нефти может не быть такая территория. Все поэтому сначала встали в арене, чтобы защита была. Потом в нефть. Че, кризис против Франции какой-то? Не принято. Так влился. Ну а зачем американец против голосовал? Эх, был бы кризис. Хотя он бы, наверное, это... Ну, не помог бы. Я там никак не смог помочь. Так, стали варенье ускорили. У нас все ускорено, кроме баллистики. Баллистику я бы в Чанша попробовал ускорить. То есть мне надо до оружейной построиться. Ладно, следующим ходом. Я забываю, что мне надо рабочих покупать за веру. Пока есть такая возможность.
Так, я буду... Чё, а почему Митл, он именно расти хочет лучше, да? 15% роста. Так, мне надо в конце хода перекупить Таругу. Хотя он сейчас... Ладно, давайте сейчас. Ну, он 5% дает. По-моему, неплохо для науки. Слушайте, я бы храм Махабодхи после фабрики построил. А здесь, кстати, возможно... Рурку. Между прочим. Вообще при большом желании тут можно было бы попробовать выйти в золотой век. Че, может быть, таймер на 2 минуты хотя бы уменьшим? Я здесь куплю сейчас рабочую. Его как-то можно уменьшить? Но можно поставить стандартный. Половиной. Во-вторых, никто не ходит 5,5. За 2 минуты до конца заканчивается. А рыцари у нас в кирасиры апаются, да? Кирасиры у нас в баллистике. А баллистика это мне надо военный лагерь. Стоим. Национализм открыт. Теперь в мобилизацию надо. Ага, через урбанизацию. Ну давайте через урбанизацию. Потом попробуем 2 полевых пушки сделать. Пушки у меня вот тут в баллистике как раз. Тут все обработано. Альгамбра. У француза в разработке. Так, сколько тут зарядов? 2. Ну, пошли тут тоже
выроем лес. Давайте на рост. Куплю здесь строителя, отложу. А здесь где у нас священное место может быть? Ну, так, а кампус? Давайте я просто тут священное место поставлю. Вот так. Мапуч, ты потом на меня пойдешь? Зачем идти куда-то? Ну, ты уже в арте, типа, такой. Ну, типа, шапки не пробиваются танками, смысл мне идти. Можно попробовать, а вдруг? Я уже пробовал много раз. Шапки танки не пробиваются, так что смысла идти нет. А узкоглазые китайцы, может быть? Ну, китайцев может. Так зачем? Сингапур. Блин, что-то я плыву. А, вот где. Хотел сказать, а где вообще Бразилия? У Бразилии только один город на побережье. Свежий. Да, я понимаю, что плюс 3, тут сейчас леса могут сгореть, но они восстановятся. В этом прикол. Ты не поверишь, у меня тоже только один город на побережье. Если ты боялся, что я на тебя буду нападать? Господи. Блин, мне еще нужны два мушкетера. Но я, наверное, куплю просто за веру. Давайте вот здесь, кстати, одного так и куплю. Мапучи, долбанешь по лунду в следующем ходе? Не, я мирный, я никого не бью. Я только граблю. Я же говорю, варвар. Варвар. Бразилия, заключим мир следующим ходом. Хорошо, я не против. Блин, и кто-то... Он прокачал полностью, чтобы митлу. Ну, я в нормальный век, к сожалению, выйду. Так, биржу давайте, чтобы мрамор тут строить. 265. Ну, по науке вроде ничего так.
сколько у нас еще? Два хода. У нас по городам. Ноль рост, странно. Хотя тут у меня вроде... И так ноль роста. Странно, почему? Ну ладно, заканчиваю ход. Предлагаю... 100% за производство, Ну, окей. Ну, потому что мне выгодно за религию покупать, а чтобы за производство ничего не строили. Ну, по претензиям я не знаю, как вы предлагаете, что там... Успел подать. Франция, потому что у него 14, у него сейчас должно в минус должно пойти вообще. Очки диплома, очки влияния. Мапуче. А кто там в Мапуче так? Египет. Ага, и испанец в Мапуче. Прикол. Неожиданный результат. Ну что, последний город шведский остался уже? Ну, вот снизу. Там еще ниже нету? Так, давайте. Вот здесь я еще куплю мушкетера. Так, а почему я не ускорил? Три мушкетера. А, потому что я вот этого не апнул в мушкетеров. Вот теперь сделано. Последний ход. А, ну я баллистику, наверное, так открою. Нету смысла ждать. Я не построю два. У меня даже нету военного лагеря. Только следующим ходом военный лагерь откроется. Зачем? Тут угольную... Ну, храм Махабодхи хочу... Серьезно, я могу с... А, слушайте, так а предприятие можно основывать, если тебе кто-то второй ресурс даст? Похоже, что да. Потому что я тоже так сделал. Вот это поворот. Потому что у меня сахар-то один, а я торгую с кем-то сахаром. Прикол.
Так, офигу, он всё заплыл вообще. Так, вот тут... Но это... Этот культурный город не у Мапуче. Да, вот тут у Мапуче столько культуры просто... Что там по великим людям? Так, Мапуче забирает этого. И надо будет посмотреть. Ну, хотя Америка, скорее всего, следующего возьмет. Шведские города, конечно, красиво называются. Или к оружию взять, блин, нет, там армии не будет. Ладно, промышленник. Да, блин, да вы прикалываетесь, кто там храм Махабодхи построил? Дед Бородет. Нехрен делать. Вот мне-то как раз нехрен делать в Пекине. Человек воюет, но... Храм Махабодхи по расписанию. Зарение двухсветных технологий с промышленной эры до нового времени открывает нефть. Ну, такой себе, честно говоря. Ух ты, а что это я сразу двух смог взять? Второй, кстати, прикольный, по-моему. Так, ну и где нефть? Так, вот тут есть. И все. Зашибись. Ну да. Хотя вот еще нефть имеется, если что, на будущее. Давайте я тут куплю амбар. Ну, мне как бы в танки придется выходить, чтобы эту нефть обработать. Вот как мне? Буровая вышка аж. В пластмассе аж. Ну, это хрень полная. Ну, сталеварение надо. Слушай, атлантский город отвалился. Так, этот у нас 500 на клетке с чудом. Ну да, мне сюда надо. Там 4 клетки вперед, то есть я 1000 науки получу. Что на самом деле не так уж и много.
все горит. Сверху Америка у нас. А кого я встретил? Подождите. Маскат. А что Таруга хочет? Центр коммерции. Кстати, вот тут священное место на троечку. Давайте мы, кстати, сюда и пойдем. Так, сначала... наверное, казармы поделаю. Вот тут я священное место поставлю. Ничего пока не меняю. Хотя соседство... Вообще-то соседство бы для... промышленной зоны стоило бы поставить. А, слушайте, мне же корпорации надо. Мне одну корпорацию надо как-то получить. Давайте фабрику. Это мне не нравится. Нефть только у Мапуче. Подарить 300 золота Шотландии. Мы уже думали, тебя нет. Если дадите 300 золота, я еще продержусь пару ходов. Давай, я тебе дам 200 золота. А кто-нибудь еще, кроме меня и Мапучи, в нефть вышел? Ну, хотя потому что ни у кого нефти нет ресурсов, кто не вышел. Или ее может не быть просто. У того, кто вышел. А разве одна не идет при изучении технологии? Нет. Нет. А, наверное, в ВБГ идет. Не, она идет, если ты великого человека получил, хотя бы плюс нефти было, другого не было. Там вот видишь, торговец есть, который дает 3 единицы нефти за ход. Мне походу надо этого как раз торговца и как-то заполучить. Иначе тут печаль наступит. Какие у нас... Может, мне в ПТ-команду идти? Давайте я в ПТ-команду пойду, потому что это единственный у меня шанс. У меня есть религия, я буду покупать ПТ-команды, понимаете? Не мощь. Химия, тем более, чем плохо.
Тем более у него там есть... Ну, я, к сожалению, после... против Орты никак не могу. Что я могу сделать? Без нефти. На самом деле, дальнейший план простой. Либо... через сколько я пойму это? Ходов. Либо через 6 ходов Мапучи на меня нападает и... Так, тут я хочу священное место ставить, да? И я ПТ-командами отбиваюсь. Либо я иду в самолеты и... И забираю испанца. Испанец очень конкретно отстает. И его кроме меня никто не заберет. В этом прикол. То есть это, видите, как он... Он меня на прозапас такой оставлен. Ждет своего часа. Если, конечно, меня не заберут до этого. Ну, если я в ПТ-команды выйду, я не думаю, что меня могут забрать. Я просто религии покупаю ПТ-команды. То есть, опять же, только самолетами. А он в самолетах еще не будет через 6 ходов. Ну, то есть, тут важно, будет у нас союз дальше или нет. Только это вопрос. Если будет, то я думаю, что я испанца заберу. Неплохо, конечно, что Египет только пешках сидит. Три ГГшки, которые только Египет видит. И ни в чем себе не отказывает, да? Полевых пушки. Так, нам нужны корпуса. Это раз, это два будет. Ну, давайте предположим, это 3. Ну, судя по силе его городов, у него сейчас юниты не намного сильнее моих, но он может выйти, он в танки, скорее всего, идет, несомненно. Проблема в том, что у меня нету нефти, в отличие от него. Поэтому мне и нужны будут ПТ-команды. Ну, тут вроде в ПТ-команды я тоже довольно быстро должен выйти. Стали варенье. 2, 4, ну, 6 ходов. В общем-то. Пригород построить надо бы. Да не, вроде должен отбиваться, если он решит напасть. О, Дамбертон ко мне отваливается, кстати. Приятно. Блин, а кто там... Блин, я закрыл, не увидел, а кто-то ракотовую построил. Мапучи. Ясно. Вот, кстати, она.
Ну, не знаю, мне кажется, тяжело будет. Я еще ПТ команды буду. Мне, кстати, в Чанше надо бы... военную академию сделать. Швеция специально один город оставили. Да, чтобы я мучился, сидел. Если что, шпиона, наверное, к Египту буду отправлять. Вон тут какие-то варвары у нас имеются. Что там на автомат поставить, хай бегает. Так, давайте... из Пекина. О, дворец Патала. Нет. Но с другой стороны, на что мне еще тратить деньги тут будет? Я больше никакие юниты не апну. Потому что нету нефти. Давайте торговцы. Я буду ПТ команды за веру покупать. Так, а... да, мне с испанцем позже кончается, чем с мапуче, это нормально. Ну, почему не заключить? Я тут сейчас с Шотландией не буду воевать, пока... испанца не заберу. О! Так, слушайте, я даже быстрее ПТ команду открою. Кайф. Я ПТ команду 3 хода. Так, ну мне надо в Чанше на самом деле купить оружейную и купить военную академию. А, может сразу покупать? 660 стоит. Что ж, спасибо за игру. Спасибо за игру. Блин, я даже не знаю, первый посол. Может, на шпионов поставить? Давайте на шпионов поставлю. У меня, правда, еще ни один не куплен, но как раз можно будет быстро построить. Мне нет смысла Дамбертон атаковать, потому что он сам... О, а вот где и уголь у нас имеется. Один ход вообще до ПТ команды, зашибись. Почему из Пекина? Я планирую здесь, скорее всего, вот тут аэропорт построить. Давайте-ка это мы для Уханя вырубим. Я переключил? Да.
Теперь вернем клетку столицы. Тут мы сделаем шахту. Универ 300. Так, верфь. Что с промышленной зоной на плюс 3 есть. Приятненько. Давайте, наверное, заметим. Так, вот это что? Это какая-то неназванная метка стоит. О, есть у Египта. Сколько мне надо для АПА? Одна нефть. Египет, предложение. Ну, мне надо апнуться пехотинца, чтобы у меня увеличилась сила городов. Я... А что так щедро? Ну, надо. Ну, раз надо, так надо. Франц, а ты раз мапучи будешь себе продлевать? А, мне золота теперь не хватает пока. 195. Ну, я апну, у меня сила городов довольно высокая. На самом деле, она все равно берется артой и танками. Но вместе с ПТ-командами это... Вообще зашибись будет. Так, давайте я на автомат поставлю. Кораблики. Что-то не получается кругосветку сделать. Подожди, я сейчас фабрику выбрал. Что-то странно. Я не знаю, ну, с одной стороны, конечно, испанцу место не очень, но вот это такая война на всю игру всегда хреново. То есть, если ты не забираешь... Ну, в итоге он забрал шотландца, да? Даже не заметил, срабатывали ли мои эти озарения. Ну, ни в Египет, ни в Бразилию, ни в Америку не добегают. А какой у нас Нгалу мапу? Может... Не, ну Пеен мапу. Ну, тут, кстати, тут есть уже караван. Мне просто подальше бы. Куда? Ла-Рошель. Руан. Давайте в Руан. А, тут тоже есть. Или нет? Нет, нету. Вот торговый в Пеен мапу есть. Мне бы вот тут дальше территорию открыть. И ПТ-команда у нас 340. Ну, нормально. То. Двинул. Что-то позаканчивались все караваны. Не, это близко.
тоже близко. И Ватикан близко. В Руан я уже отправил, сюда не надо. В Кадис с Кадисом, который боролся до конца. Ко мне только испанец как раз отправляет караваны. А я с ним воевать собираюсь. Давайте вот это приберем. Не, не хочу тут драться. А, я шлабы могу строить уже. Так, ну давайте в авиацию. И давайте лабы. Подождите, так, Пекин. Лаба. Когда у нас там союз? Перехода. Не, ну мне кажется, я буду готов к войне, тем более еще и в мобилизацию должен, в принципе, выйти. Ну, отсутствие нефти расстраивает, но слава богу есть ПТ команды, слава богу есть вера для их покупки. Хотя тоже и веры мало. Можно было бы и круче раскачать. Ну, на самом деле у меня круче всех, конечно, вера идет. Но у меня священные места очень неплохие, священные... Вера очень неплохая взята. Сколько у меня денег за веру? 33, ну тоже немного. Так, а там Дамбертон ко мне отвалится. Следующим... Нет, еще два хода. Один. Ну, вот это только самолетами, мне кажется, берется. Так, я могу в Саис отправить. Ну, мне, если я испанца не заберу, я тут проиграю, несомненно. Потому что, считайте, Мапуче захватил Нубию, усилился, француз захватил... Шведа усилился. Я просто боюсь, что француз сейчас пойдет еще и шотландца захватывать. А оттуда дальше испанца. Что-то такая какая-то пангея маленькая по сравнению с водой, или мне кажется? На самом деле, для десятерых, да, какая-то маленькая. Я только что руинку нашел. Блин, что-то я хотел... Что-то я хотел... А я знаю, где еще 2-3 штуки лежат. Но так что у нас по ресурсам? Они на большом острове. Но я на острове ее и нашел. А у меня нету ресурсов торговать, да? Я всем торгую, окей.
Аристоград Биг Бен. Так, нас 8 осталось, да? Блин, а что за дуэлька у вас, шотландец с испанцем? Просто вот вообще никак по-другому, да? Всю игру. Ну, видимо, весело. Скоро Дамбард будет знаменитым китайским городом. Так получилось. Слушайте, а пехота, типа, она не тратит нефть? А, нет, тратит. Понял. Пехота вроде это свитра, или нет? Нефть. А, нет, пехота нефть. Так, ну тогда надо ПТ-команду ставить. Дипломатично. Ну, кстати. Ничего такой. Плюс один дипломатический уровень, это плюс к силе, считайте. Я бы на самом деле его корпорацию не делал. Я бы сделал... Ну, это плюс 3 к силе, грубо говоря. А так как у нас союз с Мапучи и союз с испанцем, то они, соответственно, не могли у меня перлюстрировать почту и увеличивать эту силу, понимаете? То есть у меня будет плюс 3 к ним. Так, ну следующим ходом будет понятно. А, слушайте, может тут мне лучше сделать аэропорт в Пекине. Следующим ходом будет... нет, не следующим ходом. А, или следующим. Продолжение союза. Если нет, если да, то я, несомненно, иду в самолеты и захватываю испанца. Будь здорова, юный аллергик. Блин, тут нас размотало каравеллу. Когда эта клетка добавится, интересно. А, у меня тут вино, слушайте, я вообще... Ну, я люблю в глаза долбиться, как вы говорите. Я реально... И ртуть, слушайте, что я туплю, господи. Вино и ртуть. Охренеть. Так, ну, за следующим ходом, да, еще два ресурса роскоши просто на ровном месте. Висят необработанные абсолютно. Кандань утрачивает лояльность. Ну, полтора это терпимо. Я в Синьчжоу все еще не построил заповедник. Но он там 22 хода строится. Ну, такой будет заповедник. Всех приглашаю в Синьчжоу смотреть на Йосемити. Ну, кстати, если взять инженера, вот который сейчас на престиж, что там будет вообще отлично все. Да, это так. Я, слушайте, ребят, так может он никому и не нужен, я бы взял. Вы главное не читайте, хотя он Египет 35, это ты читаешь? Не? А, нет, это так нет. И есть. Нет. Ну да, это уже нормально для нынешнего времени, 35.
О, Дамбертон сам присоединился. И начал отваливаться. И начал отваливаться. Что за фигня? Это неопределенный вот. Да. Следующим ходом будет понятно, есть союз или нету. Здесь покоится Кристина. В общем, Швеция оставила нам послание, я смотрю. Где? Ну, название городов. Некоторые названия городов Франции нынешней. Так, 329, 508 у Мапуче. Так, я бы, кстати, рыцарей реально сюда перебросил, потому что... Ну, они нафига не там. Если на меня Мапуче нападет, мне рыцарями делать нечего. Лабу сначала, а потом промышленную зону. Центр. Я бы в Митлу, конечно, еще. А, у меня есть Митл посадить. Отлично. Ну, потому что лабы уже начинают работать. Будет плюс. Да, как-то я так... Вино с ртутью проспал просто. Я ж явно город туда ставил для этого. Пошли к Барселоне. Будем ее с моря захватывать. Так, Мапуче союз продлеваем. Да. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!